Сереж, ты давай, значит, ты у нас осветитель. Мы работаем, поднимаешь, освещаешь. Да, посмотрите, вот эти команда молодых корреспондентов к работе готова. Детско-юношеский пресс-центр действует в Самаре уже 3 года. Здесь начинающих репортеров учат брать интервью, снимать сюжеты, работать на камеру. Первые шаги в журналистике и кинематографии с помощью педагогов делают десятки школьников. Дети, они сначала разрабатывают сюжет, они пишут сценарий к своим сюжетам, они являются их непосредственными участниками в виде журналистов, корреспондентов, там, репортеров. Помогаем мы им, конечно, взрослым составом монтировать. Сейчас мы готовимся к Новому году, снимаем фильм про Новый год. На экране кадры кинохроники. Пары кружатся в танце вместе с героями картины «Мой ласковый и нежный зверь». Оркестр играет музыку из советских фильмов. Целый год ученики самарских школ и воспитанники творческих центров снимали социальные ролики, тематические фильмы, видеосюжеты. Сегодня награждают лучших 12 детских киностудий города. В нашем городе, я считаю, живут самые талантливые дети и работают самые талантливые педагоги. Уровень их работ, на мой взгляд, достоин самой высокой оценки. И итоги подводят у нас сегодня сами дети. И мы увидим те работы, которые сами дети отбирали, оценивали. А мы, взрослые, здесь будем присутствовать в качестве почетных гостей. Юным кинематографистам вручили статуэтки, разработанные специально для этого праздника, и ценные подарки, среди которых вышедшая на днях книга «Самарские тайны российского кино». Она, уверены издатели, может стать настольной для юных сценаристов и режиссеров. Я надеюсь, что на самом деле год кино будет продолжаться, провожать его не будут, а дети, они будут любить наше российское кино, они будут узнавать новые и новые тайны нашего кино, и, может быть, для многих из них, которые сегодня вот будут и награждаться, и будут участвовать в этом кинофестивале, для многих из них это станет будущей профессией. Выявлять лучших среди детских киностудий продолжат и далее. Фестивали, которые родились в Самаре в год отечественного кино, могут стать традиционными. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».